Сады России представляют. Жимолость «Синий утес». Мы стоим возле сорта «Синий утес». Был передан последним в прошлом году. Его уже приняли, госкомиссия приняла к испытанию. Сейчас идется усиленное его размножение. Это один из сортов, который будет пригоден к механизированной уборке, потому что в последнее время мы делаем упор на создание сортов, которые пригодны к механизированной уборке. Сорт «Синий утес» характеризуется тем, что у него штамбовый, хороший такой приподнятый куст, округлая форма, удобная для сбора, облиственность малая и форма ягода вся на виду. Самое главное для создания, при создании сорта – это качество ягод, которые с него мы будем собирать. Это прежде, вот для этого сорта характерны транспортабельные плотные ягоды, гладкая, которая будет, надеюсь, при механизированной уборке будет хорошо катиться по транспортеру и не будет мяться. Тем более она очень сладкая, созревание у нее среднее по срокам, но дружное. И это один из самых, я считаю, наших удачных сортов, который, я думаю, что со временем вообще завоюет, как говорится, рынок не только наш, но и Европы. Сорт «Синий утес» характеризуется, в общем-то, компактной кроной куста, поэтому урожайность у него примерно 3,5-4 килограмма, в зависимости от года, то есть в зависимости от условий опыления. Он по дегустационной оценке он оценится у нас на 4,9 балла, хотя максимально у нас 5 баллов. Но 5 баллов мы очень редко ставим кому. По данным рефрактометра, которым в последнее время пользуемся, сорта наши, содержание сахара в сортах достигает до 20%. «Синий утес» как-то мы рекомендуем как сорт для промышленного возделывания, то есть для промышленного возделывания в крупных масштабах, в садоводческих кооперативах, можно сказать. Мы думаем, что он пойдет со временем для механизированной уборки, так как ягоды имеют плотные и гладкие, в общем-то, и созревание у него дружное, во-первых. Во-вторых, он имеет хорошую форму куста, которая может быть подвержена, в общем-то, без потерь почти оттрясет прекрасно комбайн. «Синий утес» мы передали в прошлом году осенью. В декабре 2015 года он принят в госсортоиспытание. Пришла заявка, уведомление о том, что он принят в госсортоиспытание России. Мы разошлем его нынче осенью по госсортоучасткам, и поэтому он, я думаю, что пойдет, будет один из любимых сортов наших садоводов. Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.